Может, он поломанный? Смотрите, какая детализация. Прям видно механизмы. Боже, мне теперь это будет сниться. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бусанёк, Фрэнка, Маквейт, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Здорово. Ребятушки, сегодня очень классная серия, аниматроники пугают охранника, и мы скачали новую классную карту по ФНАФ. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Да слушай, он идёт. Ай, блин, я дёрнулся. Попытался ли он через стенку может убивать? Жестко. Вы заметили, что Music Man какой-то очень большого размера, даже быть маленького. Так, давай вентиляцию пройду. Покажу, что здесь у нас. Помогите. Прикольно, так полы еще как-то синим подсвечивается. Не бойся, не бойся. Ой. Я его видел. Аниматроник? А где он? Вы слышали? Это Монти. Монтана. Так, давайте запрячемся. Он меня не видит. Очень классный звук от аниматроников, прям реально слышно, где они уходят. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, пацаны, я выхожу. Удачи. Я здесь посмотрю обстановку. Все спокойно, я запрятался, он меня не видит. Опять. Блин, я знаю, что он там, он ходит. Так, я слышу, он приближается. Так, тихонечко. Все нормально, он меня не видит. Я зашкерился хорошо. А-а-а! Блин! Я его слышу. Жесть, просто жесть. У него, кстати, в темноте красный глаз. Так, идем на обход. Сейчас пока все тихо, пока все тихо. Вы слышали этот звук? Как будто он топает. О! Мимик идет. Аж дрожит карта. Все, заходи, закрывай двери. Закрывай. Блин, это реально стрёмно. У вас тоже дрожит все вокруг? Да. А сколько же он весит? Он тяжелый очень? 250 тысяч. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько весит аниматроник Мимик? Ну он же железный, по идее. Ну потому что другие аниматроники, когда ходят, не дрожит так карта, а от него прям дрожит. Эй, чуть-чуть, быстрее заходи, закрывай! Блин, молодец, что ты закрыл двери. Боже, как это стрёмно. Ребята, обязательно лайкосик, потому что мы будем сегодня чувствовать страдать. Но если будет очень много лайков, значит мы страдать не будем. Вон, давай. Танцы. Веселимся перед смертью. Кстати, вы не забывайте, что еще есть у нас вентиляция, откуда он может прийти. Открывай двери. Что-то жарко очень. О, Кейси пришла. О, отлично. Заходи, Кейси. Вот этого я не ожидал, что к нам Кейси придет. Она сейчас мутируется. Не-не-не, убежала. Убежала, все. Так, давайте все-таки открываем двери. Пойду еще раз по карте прогуляюсь, покажу вам, какие здесь у нас висят картины прикольные. О! Луна. Сломана? Да. Я закрою дверь. Во, я вижу его. Он медленный, очень медленный. Какая-то кнопка у нас что? Вот он, тут. Отвали отсюда, щенок. Так, давайте включим главный зал. Блин, классно, да, разговаривает он? Обязательно чекайте вентиляцию. Это очень хитрые аниматроники, они сегодня должны обманывать. Ушел. Смотрю. Открывай двери. Тихо. Закрывай. Я его боюсь сильно. Я вообще боюсь этих аниматроников с части руин. Они такие страшные и очень детализированные и классно мочат. Скримеры вообще сильные. Опа. Он вентиляцию пошел. Слышишь? А нет. А он тут. Очень классно слышно, вот прям по плитке ходят. Мы только ремонт поделали, сейчас все поломают нам пиццерию. Похоже, идет вентиляция. Никого нету. Видел. Отлично, молодец, спасибо, что ты красавчик все, такой. Все, открывай двери, открывай. Так, выйдем, прогуляемся. Надо. Эй, я убегу. Он меня не поймает, ребята. Не-не-не, я смогу, я лучше хорошо очень играю. Пацаны. Ну тебе. Ползи. Да, я иду, ребята, он прям сзади, это так стрёмно, когда он сзади. А, все, он здесь.
Фух, я думал, он меня убьет. Честно, вот такая была чуечка, что замочит меня. Это он эти звуки конченые издает? Да. А у нас тут танцы. Давай, танцуй, танцуй! Прикольные танцы у нас сегодня есть. Кстати, этот мод на танцы добавил Гусанёк. Поэтому, как всегда, он делает наши серии все интереснее и интереснее. А вот это вообще танец нормальный. Хорошо лупишь. Пока мы не проиграли, можно танцевать. Смотри, идет, идет. Пацаны, тут есть кнопка, но она не работает. Было бы классно, если можно еще было на улицу выйти. Автомат. Автомат не работает. Блин, хотел пацаны водички вам купить, но автомат не работает. Замер. Может, не надо? О, кассовый аппарат. Ой. О, пацаны, я кассовый аппарат сейчас несу к нам. О, давай, мне... давай. Он, кажется, к вам идет. Осторожно, по башке тебе дал. Где он? Ай, да он там что-то... За... О, вот он. Вижу, он стоит, стоит, стоит. Так, видите, ребята? Вон он. У него такие глаза выпученные. Осторожно, он тебя может убить. Зря ты так танцуешь возле него. Я рискованный парень. А он добрый, он не убивает. Да, можно спокойно пройти. А ну, можешь не смотреть? Ну, давай я попробую пройти аккуратно. Надеюсь, он меня не убьет. Да, не мочит. Может, он поломанный? Смотрите, тут какая детализация. Прям видно механизмы. А! Боже, у меня теперь это будет сниться. А, мы когда смотрим, он двигаться не может, да? Да. Блин, а я думаю, что он не двигается. Это очень классный аниматроник. Теперь мне будут кошмары сниться, это точно. Так, а где он? Я буду на него смотреть. А это медленный. Я смогу убегать. Все, пацан, он к вам побежал. А, через вентиляцию хотел. И теперь можно флексить. Хорошо. Флекси, флекси. Все, пока танцую. Ну-ка. О, я бы смогу по столам убегать. А, блин, колпаки эти мешают. Вон он, видите? Нет, не. А ну-ка. Ой, сейчас возьму оружие классно. У нас есть оружие с офигенным фонариком. Он думает, то, что я тюбик. О, вот это мощь фонарик. Я его слышал рядом с вентиляцией, он до сих пор там. Да-да-да, я вижу его. Крыса. Ой, он там стоит, надо валить. А, он сзади меня. Беги. Я запрятался. Блин, он там бегает, стрёмно как-то очень. А он меня не увидел, куда я забежал. Он к нам подошел. Так, пацаны, я иду вас выручать. Не надо, он... Так, все, какое он у нас есть оружие? О, топор. Я буду сейчас топором их ковырять. У нас возле дверей стоит. Да? Не бойтесь, да, пацаны, да, я давай. Вас спасу. Давай, помогай нас, спасай нас. Вижу, вижу. А у меня ничего не сделает, я буду махать! Отвали, отвали! Я его фигачу, пацаны! Драка с аниматроником! Стоять! Кровь идет! А что с аниматроника кровь идет? Так, пацаны, я валю. Двери открывайте скорей. Они все открыты. Забегай. Все, 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 отлично. Я ему по спинке бью. Закрывай. Быстрей. Убил нашего. Обстоятельства, так бывает. Фрэнка. А, все, возродился. Все отлично. Так, все, он ушел, открываем двери. Внимай его. Пацаны, его хорошо топором наковырял. Идет, 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 идет. А, это медленный аниматроник. Видите, ходит просто туда-сюда. А это вот, может, он не убивает? Проверь. Да не, я в следующий раз. Заходи, заходи, закрывай. Все, отлично. Он идет, кажется, к вентиляции. Так, да, я вижу, нет, вот нет. По камерам, где ходит. А, танцуй, танцуй. Такой звук, да, как будто монеты в кармане или что? Это очень странно звучит. Цыганка какая-то. Все, вроде ушла, да? Она тут, не-не-не-не. Я ее тень видел. Уходит, уходит. А, вот. А нет. Давайте камеру включим возле нас. Может, она ползет? Странная тактика. Все, никого нет, открывай. Давай. Ой. А, она ничего не делает. Я пробегу, я пробежал, ребята. Ну что, аниматроник, ты смог нас убить. А где аниматроник, исчез? Что за бред? По камерам нету. А нет, кто-то есть. Не, беги. А он мимо бега. Откройте, откройте, откройте! О, не убил. Убил.
По башке с кулака дал, нормально. Бонька убил. Так, пацаны, я взял гранатомет. Открывайте, я иду на охоту. Ночи, я разозлился. Ой-ой-ой. Он к нам забежал. Ой, ай, пацаны, прощайте. Он к нам забежал. Что там мочить, он просто... Так, надо хоть раз замочить аниматроника в этой серии. Все. Дробаш берем. Так, а где это кто-то бегает, я слышу. А, это Чилипиздрик. Music Man. Вот он! Домой. Одного аниматроника замочили. Так, тихо-тихо, где он? Здесь был. Он может под стол забегать? Ну да, может. А ну-ка, стойте на корточках. Давайте под столами смотри, где-то он здесь. А ну-ка, выходи, жучара, выходи. Мы тебя убьем. Слышите? Вот он. Стреляй. А я его не вижу. Так, помогаю, пацаны, помогаю. О, все. Еще одного убил. Ребят, ну сегодня мы хорошо играем. Они, охранники разозлились. Сзади. Отомстил меня. Пацаны, прощайте. Трое. Трехголовый убил меня. Он сейчас всех убьет. Еще нашего убил. МакВейд! Ой! Вот это он разлетается красиво, ребята. Ну вот, мы разошлись. Мы теперь очень мощные охранники. Нас никто не сможет убить. Ой, это мимик был. Так, пацаны, я встал в такую точку, где я его смогу убить по-любому. О, двоих убил? Да, это большой. Да блин! Да я споткнулся об какую-то кабаку, там под ногами валялась. Сам же принес этот кассовый аппарат и об него споткнулся. Тоже камера дрожит? А, это же мимик тот же самый, просто у него нету скина этого. А чё у него руки здесь торчат? Убирай свои руки. Я убил через дверь и через руку? Да. Да ладно, это было эпично, ребята. Идет. Отлично, не смогла. Истребляем. Мы должны всех перемочить. Я его вижу, вот он невидимый здесь перемещается. Я его видел только что. Ой-ой-ой. Где? Где-то вот здесь вот он. Ну я вижу, вот, блин, какая-то пиписька здесь летает. Возле вас. Блин, классный звук издает. А он меня не может убить. Лошара. Идите все на сцену, у меня сейчас будет технический расстрел. Давай, танец. О, смотрите, кто здесь валяется у нас в шариках. Идет, девочка. Ой. Потерялась. Ой-ой-ой. О, Кейси. Убежала. Следим за ней, куда она побежит. Так, сюда бежит. Мы ж не можем так по вентиляции быстро бегать. Опа. Кейси, здорово. О! Ты убить хочешь? Нет, я технически проверил. А я не могу здесь так пройти, как она. А ты незаконно. Не, ну мужской... Кто ты? Ё-моё! Это очень стрёмно. Я так испугался, у меня аж вспотели волосы. Ух. Я убил. Волосы. Я бежит! Я успеваю! Дверь! Есть! Ух, я успел закрыть калитку. А ну давайте посмотрим, сможет он меня поймать или нет. Опа-па, обманули аниматроника. Побежали сюда. Не может меня догнать. Так, здесь он не может пройти. Не мешай, ты мне жизни тратишь. Убил нашего одного. Так, давайте посмотрим, смогу ли я все-таки долго от него скрываться. Кто кого обманет, он меня или я его? Так, бежит. Опачки, а я сюда. А я сюда. Беги. Да как он меня поймал? Так, ребята, я знаю, что надо сделать. Надо эту пиццерию зачистить. Все, я убил всех аниматроников и себя тоже. Умная идея. Да, чтобы никого больше они не смогли убивать. Если понравилась эта серия, подняло вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!